Привет, друзья! Начинается эпоха домашних влогов. Очень полезная информация для начала влога. Мы приехали к маме. Тут несколько дней потусуемся. Это неделя короткая. И в четверг, а может быть в пятницу, не знаю, посмотрим. Куда-нибудь снова поедем, выберем направление. И я вам обещал в прошлый раз показать, что же мы привезли от бабушки. Катя там танцует. Ху-ху! Е-е-е! Через маленькие экранчики я практически не вижу. А, ну вот так вот вижу. Смотрите, у нас тут компоты. Я, правда, даже не знаю, что это. Это малина и вишня. Два в одном, да? Да, это абрикосы. А следующее это малина, вишня или просто малина, ну, абрикосы. Ассорти. Там вон еще банка огурцов соленых. Сейчас вам еще покажу. Вкуснятина. Банок очень много. Все показывать, естественно, не буду. Так, еще чутка. Здесь у нас тушенка. Куча всякого варенья. Малиновая, смородиновая. Малина. Вот это точно малина. Да, вижу. Вон там еще есть две банки. Ну, хреново видно. Тоже малина. Я вообще рад, что столько малины. Так, тут у нас что? Ой. Ну, это меня они от бабушки привезли. Тут у нас еще соленья всякие. Вот, смотрите, как это лечо правильно назвать? Нет, это, по-моему, перец, морковка. Это перец, короче. И следующая банка, вот это тоже перец, только с томатом. Да, ага, томаты. Блин, офигенно. Так, ну, у нас тут помидоры, огурцы еще, куча тушенки. Соляночка. Соляночка. Вот. Красота. Ну, там дальше еще какие-то банки. Ну, можете сами посчитать, что их тут достаточно много. Ну, суммарно, ну, штук 30, наверное. Не знаю, наверное. Может быть, чуть поменьше, но я офигел все это таскать. Вот такие у нас закрома. Ну, там еще показал куча тушенки, которую мы не съели. Поэтому нам на все, я думаю, до лета хватит. Угу. Если не больше. Потому что мы с такой скоростью не едим отсюда туда. Маму выпустить хочу. А, она не хочет сниматься? Ма, выходи сниматься. Не хочет. Блогеры, да? Не надо снимать, как я ем. Не надо показывать, что я аджику ем. Все, ма, выходи. Не буду тебя записывать в свое лицо. Попробуй только вот выжи. А он выложит. Арестую сразу все ваши камеры. Смотри, какие классные виды можно снимать на GoPro. А прикинь на сверхширокий угол. А вы тоже куда так делаете? Куда еще шире? Мне кажется, только мужики вот так вот надевают. Ну, типа... Я нет, я расшнуровываю каждый раз. А мне лень. А потом пятки все заломаны. Да. Не, ну тут они крепенькие. Да, немного есть, вот покажи. Ну, мне нравится так. Так удобно. Просто хоп, и все. Че, мусор выкинуть? Да, я засниму, какой срач оставляешь ты в комнате. У тебя здесь этот творог. Как бомж, да, какой-то? Я еще хотела это днем вытащить, вот та баночка. А че я на? Это твой блок. Хотела вот эти бутылки достать, чтобы вот этот... Я никак не смогу, не могу их разорвать. Угу. Можно же принести воду? Все, мы пошли. Мотор. Меня так лучше видно. А, ну да, конечно. Со стороны просто метро идет свет. Угу. Так вот, Андрей попросил рассказать про загранпаспорт. Мы планируем на Новый год съездить куда-нибудь, где понадобится загранник, а у меня его никогда не было. Вот, поэтому у меня задача успеть за вот эти 2 месяца сделать загранпаспорт. Но проблема в том, что я могу сделать его через место, где у меня есть прописка, то есть Брянск, это будет 1 месяц. Или через Москву, где я сейчас живу, но это будет 2 или 3 месяца, и я могу не успеть. Поэтому я решила делать через Брянск. Вот. И я подавала несколько раз заявку на госуслугах на оплату. Ну, то есть просто разделение. Оформление. Ну да, оформление, да. Регистрация загранпаспорта. И у меня то возвраты были, то отказы. Это все из-за того, что когда-то в апреле я уже подавала это заявление, и я не явилась в течение полугода. В общем, ну, все сложно. Ну, там чехарда произошла. Да. Поэтому у меня сейчас какой-то геморрой с этим загранпаспортом, у меня все возвраты какие-то, и я сегодня получила только уведомление о том, что мое заявление приняли, и я должна явиться 9 ноября
в Брянск, в УМВД, там что-то там, чтобы меня там сфотографировали, и подать оригиналы документов. И все. И с момента, кстати, подачи заявления месяц. То есть не с того момента, когда я приеду в Брянск 9 ноября, а именно с подачи заявления. Поэтому будет там, когда я поеду в Брянск, останется еще дней 20, и мне надо будет опять ехать в Брянск, чтобы его забирать. Ну, придется. Да. Ну, пофиг, я съезжу хоть 5 раз в Брянск, мне главное, чтобы загранник был готов. Взяли мы кофеечек и катаемся по центру. Отличная погода, сухая, 3 градуса. Да, не жарко, но в машине тепло, поэтому пофигу. Сейчас мы на Маховой, там у нас впереди Госдума, отельчик, там военно-исторический музей. Конечно, через экшн-камеру такой себе смотреть, ну, я думаю, нормально. На большом экране, если смотрите, вам будет отлично видно. Что говоришь? Я говорю, так красиво в центре, мне так нравится здесь кататься. Да, конечно. Подсветка очень красивая. Огоньки, это не в Медведково темном, да? Да. И здания большие. Да. Так, а что вы не едете, пацаны? Поехали. Ну, там у нас Тверская. Ну, мы прямо. Давай сегодня вообще прямо через ФСБшную, через Лубянку проедем. А ты видела, я пост в Инстаграм выкладывала про автопутешествие, написала? Сегодня? Да. Не, не видел. А я не заходил, да, я не подключал VPN. Точнее, а в запрещенной сети. Да, ныне, да. Сейчас у нас будет большой театр, который на 100 рублевке нарисован. Ресторан, кафе, кондитерская, называется «Страна, которой нет». Ой, какая длинная машинка. Ты что, сюда хочешь, что ли? Ничего себе! Это, кстати, это двое лошадей, да. Прикольно. Не знаю, может, из театра? Да, там написано, видишь, нарисован. И она даже там есть, да, внутри. Причем она наполовину черная, по-моему, наполовину белая. Такая черно-белая, да. У нас ЦУМ, впереди Лубянка, здание ФСБ. Да это насчет сериала скажу. Ребята, смотрите сериал «Бумажный дом», кто не видел. Ой, аккуратно, вот сюда пытается. Да уж, он, конечно, мощно. Да. Ну и чё? Я сейчас с мамой по телефону разговаривала и советую смотреть сериал «Бумажный дом». Я в восторге. Я сначала так сильно упиралась, потому что Андрей мне сказал, что этот сериал про ограбление. А я такое не особо люблю. Ну, я думала, типа, боевик, там будут все стрелять. По факту, да, там все стреляют, но сериал просто бомбезный. Я вот маме тоже сказала, я с ноутбуком в туалет хожу. Я не могу отлучиться, мне так нравится смотреть. Постоянно держит так напряжение, хочется знать, что там будет дальше. Это как раз сериал из серии, когда потеют ладошки, да, и ты да, ждешь, да, что же будет дальше. А самое главное, что я 5-й сезон не видел и жду, когда Катя 4 посмотрит, я а потом мы уже вместе я начнем. Я уже на 3-м, да. Мне осталось чуть-чуть, и будем смотреть 5-й сезон вместе. Вот даже так из интересного, я вчера лег спать, не знаю, во сколько ты легла. Потому что из сериала. Да, около 3 с чем-то я легла спать. Псих. Так, ну что у нас тут? Здание ФСБ. Ну, я мы думала, едем в сторону проспекта. Я думала, это ФСБ называется, а не ФСБ. А, я не знаю. Просто знаешь, как-то ФСБ звучит по-американски немножко, а ФСБ по-русски. ФБР. ФСБ. Ну, да. Ну, не знаю, мне так нравится. Красиво все-таки здесь, а? Хочу такую же подсветку, вот такого же цвета Медведково. Только что подсвечивать, непонятно. А вообще хочу сказать, что я, ну, так попутешествовал, именно иллюминация в городе Москва офигительного качества, очень красивая и прям, no comments, что называется, очень круто сделано. Я недавно у Андрея спрашивала, если бы у тебя была возможность вообще переехать в любую точку мира, куда бы ты переехал? Он говорит, Москва. Он говорит, я бы никуда не переехал. Ну, по факту я согласна, в Москве очень круто, хотя я никуда особо не путешествовала, но не мне кажется, ну да, никуда не ездила, мне кажется, в Москве реально очень круто жить и иногда выезжать куда-то путешествовать. Да. Это самый идеальный вариант. Да-да-да. Я вот даже в Гонконге когда был, мне там сильно понравилось. А что не понравилось? Вот Москва очень живой город. Тут можно в час ночи в пробку попасть, когда из Шереметьево, да, едешь в сторону дома. Там в 12 все тухляк, Макдональдс и таксисты спят, и никакой движухи нет. Шерилл-стрит, вот эти тусовочные улицы тоже ближе к 11-11.30 тухлить начинают. А у нас, мне кажется, вообще в 12 только все раздупляться начинает. Да, мне кажется, знаешь, если ты всю жизнь прожил в России, ты привык вот этой русской речи,
что если переезжать куда-то за границу, будет как-то, ну, возможно, первый там месяц, полгода будет круто, а потом просто начнешь скучать по России. Ну, мне так кажется. Но мой опыт жития в Таиланде говорит о том, что все равно вот местное, так скажем, комьюнити, оно хоть и там 100 человек, но не решает все равно вот этой проблемы, что хочется русской речи, вот этого менталитета. Не говорю там про продукты питания и прочие штуки. Не знаю, мне нравится в России. У нас прям здорово. В плане сервиса, да, какие-то вот приколюхи, все есть. Да не, в Москве идеально все. И знаешь, вот я, допустим, безумно люблю лето, и, возможно, я вот всю жизнь говорила, что я хочу жить, не знаю, там, где всегда тепло, море, пальмы, там, ну... Но на самом деле, мне кажется, если я пожила бы так пару лет в месте, где всегда тепло, я бы сказала, я хочу Новый год, я хочу снег. Ровно у меня такое и было. Я когда в Таиланде жил, я думаю, блин, я хочу походить в толстовке, я хочу надеть там, не знаю, не шлепанцы, да, и шорты, а какую-то другую одежду, куртку поносить. Прохлады иногда не хватало. Когда у тебя high season очень жаркий, и 6 месяцев у тебя просто постоянно 32 и солнце, иногда хочется какой-то смены, знаешь, такой погоды. Да. Если прям совсем не хочется, не знаю, там, зиму, да, терпеть, если прям очень хочется тепло, ну, можно взять и на месяцок куда-нибудь теплые страны занять. Да, конечно. Это идеальный вариант. Жить в Москве и просто путешествовать иногда. Мы из машины достали эту сумку, в которой лежат старые Катины вещи. Давай, покажи мне. Они не старые. Просто то, что я с собой в Сочи не забирал. А на цепи? А это ты вообще откуда взяла? На пижамную вечеринку покупала? Нет. И ходила по городу-то? Два раза, когда коронавирус был. Вот тут у меня была маска, перчатки и куртка сверху. До магазина я так ходила. А хвостика нет тут? Нет. Ты можешь в нем даже путешествие ехать. Ну да, только надо его почистить от катыша. Ну машинка-то у нас есть. И еще мы тут прикупили немножечко шмоток в белорусском магазине. Сейчас по-быренько вам покажу. Оп! Опять же, тут все недорого. Я вам бренд показывал. Марк Формель. Ну, трусишки Катины не буду показывать. Тут носочки теплые. Себе купил. Стоит очень недорого. 179 рублей. Обычные белые 219 рублей. Еще взял домашек себе футболок. Вот так вот. Две черных и одну белую. Обычные М-ки беру. Стоит. Так, где тут ценник? Не пойму, тут его нет, а тут есть, и тут нет. Ну, вообще, они по 500 рублей, если я не ошибаюсь. И тут нет ценника. Ладно, потом на чеке найду. А, лосины тут Катюх купила. Ну, еще носки. Там что-то еще мы взяли. А, ну это просто зеркало. Вот. Ничего интересного. Сенсей. И 21 шоп. Взял две шапки. Все, я... А, окей. Вот такого цвета. 1056 рублей со скидкой. Серую. Вот такую. Все не одинаковые. Вот, видите? Да не видно, не видно тебя. И толстовку еще, Катя, купили. Сейчас покажу. Ой, господи, неудобно одной рукой. Так, вот она. Вот такого цвета. Родина. Ну, прикольно, ей идет. Мне тоже очень понравилось. Она без флиса, то есть ее нужно и зимой, и летом носить. Зимой, ну, под низ просто что-нибудь тепленькое. Вот такая штучка. Да, красивая, мне нравится. Что там еще есть интересного? Есть не секрет. А, уля-ля. Сзади такой разрез. Ну, какой-то вечерний, да? Типа того. Ну, да. А еще? А еще вот полотенчик, да, тебе это дали? Не, это не полотенчик, это мой топ. Это топ? Да. У тебя тут адики, да? Да, смотри. Это я на свадьбе была. Смешно. Хочешь померить? Убирай камеру. И я сейчас включаю музыку. Ту-т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 у
вот это приколдесная юбчонка. Обосрали мой комбинезон. Ну, если не нравится, что мне врать? Я ж не буду тебе тут в уши ссать, так сказать. Все, убираем камеру. Все, там больше ничего интересного.
Еще одно ляляшное, да, платье? Ничего не ляляшное. Ну, убирай камеру. Прикольно. А все равно тебе чуть видно голову. Слышь, Катя? Ну, я в трусах, ты чего, убирай. А тебе нельзя записывать? Мне нельзя. А это мне Юля привозила, рубашку Томми. Единственная вещь у меня Томми была, которую я не носила. Вот чтобы так, чтобы вообще... совсем тепло было, да? Да. Мама, я в шапке. Смотри. Только что не это? Снимай, пожалуйста, не снимай. Ну, пристань, Катюх, показывать хочу. Мне нравится он, кстати. Клевый. Но носить ты его не будешь, да? Уже? Не знаю. Посмотрим. За пивком и семечками, если только. Ну и закончу этот влог своей смешной GoPro-шкой. Я нацепил на нее foam mod. То есть это обычная пенка, которая защищает ее от ветра. И теперь, ну, по идее, не должно долбить. То есть если сильный ветер, конечно, он все равно проскочит. Но при этом звук должен быть громкий. И ужин наш покажу. Вот такая картошечка вкусняшная. Сосиски. И еще кваску попьем. У нас его много теперь. Да? Сладкие мы. Да. Кать, ты где? Надо будет побегать. Ну, чтобы ветер создать. Давай, побежать. Вдвоем? Да. Ебать! Ветер, где ты? Я сейчас а теперь ты, а я за тобой. Давай. Будет пробивать, интересно, или нет? А слышно меня будет? Ну, должно быть. Проверишь. Запыхалась? Нет, я просто кофе боялась разлить. Ты даже заползает, что-то холодно на улице. Минус два. Ты будешь переслушивать это все, а там просто... И вообще посторонние звуки. Да-да-да. Потусторонние. Ага, потусторонние, точно. Камера, конечно, мега смешная сейчас. Мне даже не знаю, видно или нет. Фу! Вот так вот ветер буду прогонять.